Я сидел, вот думал, надо, не надо, а ты как дал команду, что надо, и я прям понял. Я, короче, за руль после РТ еду к тебе. Ладно, Фрэнсис тут? На Керусе? Тыкните на шкаф. А что там Фрэнсис делает? А, мы же его не посмотрим. Что надо, гладиатор? Так, давай посмотрим. Блять, Вага, может, зайдет, а? Какой маг будет сидеть с овцой? Я по Белодон. Белодон? Ты имеешь в виду на кастах? На сбитии, что ли? Нет, не на сбитии, а одну... На контроль. Одну жрицу в овце. Я понял. На расстоянии, которое. Ну да. Сбивает вон вар. Раз, три элема. Тимыч, блядь, тут медведя бы лучше сделать второго Спасибо. Танка. Спасибо. Ну, у кого-то же есть рпал. Кого-то спекайся, рпал, и Тимыч медведя. И вагу сумоньте тоже. Все, благодарю. Косты только не проебите. 4 ДК, 1 вар. Ну да. Да тут не помимо 4 ДК одного вара, тут еще один маг и 3 элема. И 3 элема, да. Я про это и говорю. Ребав дайте по ДК и по ханту. Тимыч трэш, который выходит, ты собираешь. Чё, Тимыч, в танк спекайся. Опять, дружище. Ну, здесь медведь лучше всех. У тебя сколько воронок? Две. Ага. Это... Лена, чё так мало? Лутера верни, там лень. У меня дом этот. Добро. Лапы пристабав по ДК. Мозер тут? А, все вижу. Женяк, адмирал. Тимыч, да, трэш. Все готово. Получается, этот воин на бойсе. Тактика? По тактике выносишь метку. Все. Да, если на тебе череп и спамит ПМ, выносишь метку. Я прав. От рейда подальше. Зеро. Никитос. А чё, кстати, Никитос этого не слышно в последнее время? Там чё, обет молчания дал? Вы давай потом поговорим. Пул идёт. Ауди. А мне пишет, я вижу. Звёздочку ушли. Звёздочку. Дайте танкам трэш собрать. Веди к нам, Тимыч, трэш. Собирай здесь. Пан жреца. Череп на жреца. Сейчас собью. Каст собью. Все, босс убьем. Метку выносим. Беладона, короче. А мировцов там под страхой, брюс. А, он. Глыбыски. Пошли в звездочку. К звезде тяните жреца.
Если я не ошибаюсь, здесь он не будет кастить нихуя. Да, да. Босса нет, он не кастит. Овцу. Череп я забью. Ауди. Ауди. Ауди, ауди. Подойдите от меня. Кажется, бьем. Кто, блин, по босс шаманы бьет? Вы чё, блин? Надо второго мне... жреца. Бейте. Бейте, бейте, бейте. Касты тоже сбивают. Я собью. Мне тоже нечем смотреть. И у меня, сбейте. Мне нечем. У меня тоже КД лягуха. Жреца добивайте. Вы за что перебежали? Налево туда, подальше. Блять, туда. Всегда в дальний отходим, получается. Бегайте за коровой, которая похожа на Деда Мороза. Тимбыч, ближе к нам подойди. Чуть-чуть. И собирай, начинай вот здесь, да. Как собрал, сразу к нам сюда веди. Веди, веди к нам. Веди поближе. Класс. Жреца контроль. Фрэнсис, отойди, грипни жреца второго подальше. Белодон, дай яхту. Ой-ой-ой. Ой, старый. Старый. Выйдите. Ты... Погоди. Кто там на стриме, стирай быстро пул. Тотем уберите. Насколько помню, танки в метке стоят. Вот куда мы все забираем. Лена, тотемы. Да? Рыбу ставлю на сайте лучше. Я рыбу поставлю, релогнусь. Какая симпатичная кучка трупиков. Только мертвых коровок-то тут, батюшки. Лагу не достала. Лен, сколько говядинки, да? Страшненько, у тебя какой-то приз стал адмирал, прям вот очень страшно. Да, там кто-то овцу сбивает. Ему плечиков не хватает, плечики там где-то крылышки. Ханты это, два ханта типа кидайте трап. А то у нас уже второй раз жрец. Надо одного ДКшку поставить, чтобы хотя бы оттягивал. Или Фрэнсис куль... стой там с этим. Посмотрите, во мне с Гладоном. Если чё, просто гриппой к нему. Закинуть трапу, типа, не так сложно. Всё, отпивайтесь, два шамана. Пуляем. Приступав. И лапы. Приступав, дай баф, дай. Лапы нету, кстати. Сейчас дам халу. Еще раз чек на пол. Интересно, почему нет масс левитации? Много хоть. Потом вторую геру доедет. Ну, уже только, наверное, в фазе. Да у меня баф висит, я отдам потом. Ну да, когда он превратится.
Браск. До звездочки отойдите подальше. Все, один жрец в глыбе. Вот его и овцой. И там и жрец. Ударьте там. Я к вам бежит, который его убедит. Череп не бейте. Ромбик поставил. Собьем. Овцу. Фрэнсис, отойди, гребни подальше жреца. Тимбич выбежал. Все, боссы. Лич выбежал. Жреца контроль жабу. Тот его оставля, оставайтесь тут. Бить. По шаману рибав. Зачем циклон? Ай, блин. Весь бурст никуда. Клевать жреца. Не надо контролить, пока нет босса. Там бежит. Бью. Звезду звездочку бить. Коват выбежал. Бить. Босс играем. Жреца контроль. Жабу дайте. Шаманы. А дальше выбежу. Тут же стоим, жреца сливаем. Ганвеста подними шамана. Чего? Надо не везучи. Тимбыч, к нам веди их чуть-чуть. У вас череп. Череп, лети, косты, готовьтесь бить. Шаман ревал, дайте. Ману ему сразу. Денчик выбежал. Босс убьем. Где вам? К черепу идем, к черепу. Что за читы с порталом? Я тоже это вижу. Читы. У вас. Прямо около нас я метку ставлю, звезду. Собьем. Звездочка играем. Светь. Провокатор. Следующий шаман, дайте звезде Люгух. Все, босс. Локи выбежал.
Убежали за полмесяца к тому жрецу. Подальше. Дальше уходим. Грипать его сюда. Тимыч завис. Танки собирайте, трэш. Танк, точнее. Флам бежит. Ганвы с ТБР не коварно. Разговор убежал. Куда он? Норти. Сбейте, а сбейте, да. Кар. Я вешу, ребят. Дайте. Сбейте каскад. Космос. Ладон висит, Кирс, встань вместо. Иди. Жмякните лапку, Кристобов. Что ты стоишь, иди бегай. Чего, отвис? Вот, это не я вешу. Что за дизайн? Тимыч висит, блядь. Тоже стоим. Грипайте овцу. Квадрат сюда. Все с тобой ясно, Лена, без лифта. У нас мишка, мишка. Напуливайте на Войда. Гладиатор, Вот к нам даже жрец бежит. Череп, лились. Косты бейте. Убью. Блять, я тоже кинул. Следующую кидай, сейчас прям любуху, сейчас каз будет, скорее всего. Да, я собью. Вот сейчас собьешь. Кават. 7% переводить. Можете уже жреца к себе. Не надо. Да. Ну его добить же надо. Адмирал. Нет, может, контроль. Все, бейте босс. Ну бейте босс. Овцу также оставь. Оставь овцу. По контролю. Ваш Геру. Я уже Геру, да. Только что, чтобы перевести. Падает. Шамана поднял. Старый, я отойду домой фляги занести на 3 минуты. Давай. Шамана, ты подлетал что ли постоянно? Или чего? Что, его жрец по КД убивал. А, его жрец убивал, лол. Угу. У него чисто кара все время. Типа, три раза, ну. Типа мелитычка была, потом был, не помню, как это у него там гнев называется. Типа молотка, что ли, как это Я просто думал, типа он стоял снова с человеком, который подлетает. Тоже Не-не-не-не. Он в куче стоял, его просто таргет на жрец выбирал. Ганвеста забрал. Старик. Ась. Или в раз-ка ты на мейн, типа эти запахи хотел забрать.
никто не ролил. Просто если ты, ну, типа, тыкнул на офспек. Я вообще ролил. Никуда не тыкал. Ну вы что, будете? Если надо, могу отдать. Если на мейн, вон, кинь этому, да, если трейд, и тебе кто там пилит, Лена тебе ГП напишет. Не спустите. Это, слышь, Лок, давай я с демоном поспекнулся, хрена, толку нет. Реально монат. Запы неплохие, ССРС с обычки нет, можно взять. Ужас, я сейчас посмотрел. Смотри, бревна... только не согреться. Я сейчас посмотрел, у бревнышка спинка вкусная, блять, которая даже мне до сих пор не падает. Хотя у него офспи. А что ты ноги на мейн спи породу? Нет. Ноги так чисто, если нахуй никому не нужны. Для галочки. Ты вроде роллил. Не, ноги ты пятые. Роллил, давай я тебе отдам. Может, я по роллу выиграл. Давайте я отдам, где ты? Че, Враска забрал запы? Я не роллил запы, зачем ты мне их даешь? А, нет, типа. Просто ну, нет, я подумал то, что тебя забав. Когда у меня мейн, блять, редко. В смысле не передалось? А, нет, я говорю, мне спуститесь все вниз, что... блять. Если а ему вас спустите. Я подумал, у тебя крошка забагалась, тебе запах. Ну, не поняли чуть-чуть друг друга. Таунтите теперь. А, у тебя слишком много предметов, слышишь, Мозер? Есть такие, знаешь. Я поэтому ему и не дала. Мозер так-то там выиграл паролу, но я стала на него тыкать. А и тыканье показало, что Мозер слишком много таких. Мозер выиграл. Тыканье показало, что Мозер зажрался и ролит все подряд. Мозер хапуга. Мозер хапуга. Когда-нибудь рано или поздно полутаю. Я вылетел. Сейчас зайду. Ему аддон уже просто даже не дает. Хватит, остановись. Блять, нос чешется, не могу, ёбаный рот. Походу надо пузырь сюда нести. Походу пизды получишь скоро. Ты не начал старичок еще? Да не начал еще, блять. Видишь, вы. Старый, у тебя получается жена у тебя лодку отобрала, да? И ушла. Ну. А кто так усердно петов кидает? Натыкает. Блять, кому спасибо сказать? Вы давно добили? Мы? Ну, минуты как уже три, наверное, трэш чист. Кто-то ГП хочет. Я, кстати, думал насчет портала, Амир, да? Ну, возможно, я думал, будет как Синдрагос. Я юзану порталами, как бы все равно наверх. Я просто смотрю, что за читы. Ты еще не успел даже подлететь до конца, уже на землю приземлился. Портал. Ага. Просто, типа на Синдрагосе, если ты, ну, летишь, и он в это время нажмешь портал, тебя портнет порталом, и потом ты дальше полетишь. Просто, типа, например, если бы я кинул блинк, да, в такой ситуации, меня бы просто блинкануло вперед. Я поэтому и смотрю, что за читы. Нет, а в смысле, когда ты уже подлетаешь, блинк поражает. Нет, не пробовал. Нет, он, знаешь, как типа будет? Я тут пробовал как-то блинковаться. Он либо вверх и выше почему-то блинкует, либо он просто вперед блинкует в воздухе. Ну типа не получится понятно. Просто так же. А если бы начинаешь падать? Да, ну типа глыбы скинуть, ну просто зачем? У
Блин, гоните, пожалуйста, Инвичу лут с прошлого босса, если у кого остался. Но там на него только, получается, смотри, штаны были, тканевые, дух. Лена, ты завтра будешь? Я? Или Лена? Я? Да, и ты, или Лена. Я буду, да, с утра. Не знаю, может быть. Короче, если что, Фарада там обещал. Я не знаю еще, просто завтра заступаю или не заступаю, но ЦЛК я на завтра сделаю тогда. Событие. А вечером меня не будет. Я пойду по магазинам, куплю себе платье. Я решила сменить имидж. Буду теперь ходить в платьях. Я себя на успех, походу, когда забрал, потому что прикольно завалил. Запуган вес. Ему все равно не передадут, он же... Нет, почему, если он стоял на боссе, он ж не улетал. А, да, он только потом уже вылез. Поднимите повыше. Миликов много. Менять не надо. Ну, сейчас трэш дочистим. Разводите этих фраеров. Все, можно подниматься, да? Давно. Никак я не тут первый раз почистил ГП, я все ебал нахуй подниматься. Без команды, в смысле. Так сейчас начислят за то, что не поднялся. Будет маршала, забери к себе. Да, ему там некогда, он с фараонами там бухает, ему не до нас. Он сидит, смотрит стрим, все записывает. Да ну, сам представь, полететь. Он еще на работе. Отдыхать, ничего, смотреть стрим. Вчера, вспомни вчера, как он залетел. Нахуя вчера, он сегодня уже Викитосу ГП всекли. Да, мы... Он умер, да, даже не сломал, просто ГП, да. Соточка. Почему просто? Ну, в смысле как... это. То, что даже в Дискорде не бей, не бей никакую реку. А он просто заходит, он подрубает стрим, и типа у него на рандоме появляется. Как вчера он тупо врубил и сразу на ГП, где можно дать. Ну, он сидит с телефоном, просто смотрит, да и все, что тут такого-то, это, сверхъестественного нету. Давай, Хибби. Харсис, ты быстрее меня даже по мане улетаешь. Я хуй знает как ты. Что-то запы получилось передать, нет? Какие запы? Донвест передал запы. Мозер, ты сумку освободил, нет? Я спрашиваю, Донвест получилось забрать? Вот, да, получилось. Ты как там? На числе ГП. Лут пораздавала, да. Ганвеста забрал на мейн спек что? Ну ничего, на ОСПЕК. Нет, я на ОСПЕК забрал. А ты как хотел? Так на ОСПЕК. Первый день родился, не пришел. Так он кот, а я тебе походу дам на танк. Красиво. Я даже не увидел этого крутящегося. Чё, запы кому-то передали или чё? Тимычу. Тимычу вышел. Ну вот тебе как пойдет. Только нам забрать Тиму. В смысле, друидам-то как бы что на оф, что на мейн отдавать, нет? Ты кот и медведь. Ну знаешь, типа 277 плюс 284 тоже не особо сильно отличаются. Не, если бы у него, например, были бы такие же, то как бы еще можно было бы это подумать. Да. Так получается левел ап, поэтому на это загопылит на как на успех. Это слова фишка почти такие же, у меня почти такие же, можно не без. Короче, че вы мутите? Отдавай, давай, пусть Грестон вядет. Или отдавайте Лене, пусть пилит. Или Дай тогда обратно вам не взять. Вы чё, блядь, тут с лутом хитрите? Слева еще пачка трэша, танки. Надо резко, подожди.
Мастерс тебя тоже, между прочим. Мне не жалко лут, просто принцип есть принцип. Нет, правила должны соблюдаться. Конечно, если одни все, для всех едины правила. Ты знаешь, Тимыч, это типа то же самое. Мне вот, например, здесь плач на трансмок нужен. Но я его брать не буду, просто потому что у меня плач хуже, и мне его не отдадут по-любому. А я надеюсь, что сегодня упадет тот самый плащ. В смысле, тебе плащ на веткость надо, что ли? Мне плащ на дух крит нужен, который ни разу не упал ни у вас, ни у нас. Я тоже такого не видел здесь. Я даже с меткостью здесь плаща не видел ни разу. Не, я видел, плащ один раз падал с меткостью у нас, в первые самые разы. Хотя я бы с удовольствием его забрал. Я бы с удовольствием бы на, блядь, дух крит забрал бы, это... Я бы уже стал рыжим сразу же, прям автоматом. Народ, а чё за большую вот бомбу последнюю скачали? Чё дало? Чё дало? Глобальные изменения. Но они просто... Лей элемум дало, вот чё. Чё там, да, был патч. Фиксы плюс ссылка на X1. Ну, да. И плюс они часть, наверное, подгружают заранее. Женя, а что, то, что выходит на другой, там, на X1, то, что мы тоже скачиваем себе, ну, да. Новый, да? Клиент общий. Клиент общий. А то я смотрю 600 мегабайт, думаю, может, нам что-то добавили. А я ладно, давайте это, посмотрим, кто там есть в гильдии еще, из РДД нету. Может, перекурчик сделаем? Да, давай, есть ДБМ вот эта херь? Сейчас, да. Три минуты объяви. Жрать охота. Можно Настю на шамане загнать, хилить. Вот. У Насти нет ретикаты. В ДД. А, у нее ретикаты. Алле. Ну чё, сижу задротничаю. Ну. Ну говори, пожалуйста. Старый микро выруби. Артемию можно запустить, похилить кого-нибудь, в ДД спекнуть. Понятно. Если есть. Ну что надо, говори. Скоро. Там он какой-то демон Лока Зара есть. Что хотела говорить? Или Дестер Лок. Не знаю. Нет. Я тебе все сказал. Мы все слышали. Блять, ебаный микрофон. Не зря же там, я сказал то, что старый у тебя нос чешет. Там в гильдии, так. Смотри, можно Артемию за Эрдру или за Медведя запустить. И там еще лог какой-то есть. То ли Дестер, то ли демон. Хрен пойми. И чтобы плащ упал, самое главное. Какой тебе плащ-то нужен? Криду. А, ну я тебе его не дам. Нахера он тебе? Да я шучу. Мне он нахера нужен? Это я насчет подумал насчет этого, может, вместо запов этот плащ. Это моя финишная шмотка будет. Ну, можешь, кстати, да, и взять эти же запы из Солара. Типа, по сути, ты ничего не теряешь, ты просто шмотки местами меняешь. Хотя, по сути, все равно не профитное дело. Так, Лок, который ты имеешь в виду этот, Азар. Азару-то. Вон, вон, крестоносец. Ну, сейчас. А чё это вообще? Ну, спроси. Я вообще не знаю, что это за лог, к какому статику он приписан, вообще понять не имею. Просто по гильде там, ну, особо не из кого выбирать. Да я уже вижу.
Белыч, как думаешь, есть смысл 264-ю шею на дух крит менять 277-ю? А что у тебя с хостой сколько? Ну, смотри, сейчас типа 940, с этими запами будет 1000. Ну, типа минус 50, 950 будет. И эту шею взять, если... Или вы не париться и ждать тупо багруху и поезд ЦЛК с ребра. Она вроде нормально падает. Давай, короче, без замен так попробуем, так посмотрим. Мне кажется, лучше багруху. Ну, типа, знаешь, просто... Я не знаю, насколько... Сколько это ждать. Типа, это как с поясом. Вот он вроде бы... Почти у всех есть, но он не падает. Я про тапки так думал. Вот, если я взял эти тапки с меткостью... Сейчас, сука, запы, они вообще какие-то редкие, пиздец. Я их ни разу еще не видел, чтобы они... Я в мейн-рейде их, по-моему, всего пару раз видел. Ну, я тут тоже, по-моему, может, один или раз. Кир, заходи, ты чё лохнулся? Перерыв вроде, не? Он кончился. А чё, уже 5 минут прошло? 4 прошло. Ого. Так, я тут. Я говорю, давай так попробуем, в принципе. Да я тоже думаю, так мне кажется. Ну да. Коват и бой танки. Так, чек на АФК. Блять, чекай. У меня нету этой хуйни. Потому что еще идиот. Да, он еще. Теперь... У меня закончилось написано. Ну, Фрэнсиса, Ауди и Мозера нет. Ну, в принципе, миликов не сказать, чтобы прям сильно много. Тут сопрот надо или на ДД можно пить? Если не хотите сдыхать, то лучше сопрот. Лич, выпей лучше сопрот, посмотри пока. Да, да, я с пула выпью. Короче, вкратце тебе объясняю. Видишь, боссы стоят, два слева и два справа. Первая фаза, вот это чмо, на котором череп, он, короче, просто тупо выбирает цель и за ней бежит, от нее надо убегать. То есть бьешь его и всегда на очке, на фоксе. А в какую сторону убегать? Тут без разницы. Обычно вот сюда в центр, вот сюда к центру беги. И по кругу. По кругу пошел после этого центра. Ну, так долго на тебе висеть не будет. Потом активируется второе тело. Это крест он тот. Его просто рядом-то поставят, там ничего страшного нету. Просто бьешь его, он будет фир кидать. Сейчас я метки поставлю, погоди. Вот ориентировочно вот тут вот он будет стоять. Потом вот это ромбик баба будет. К ней тоже не подходи, он ее дотаунтит до креста, там РДД пока по ней будут бить, она подойдет, начнешь вкидываться, тоже ничего особого, она там хуйню какую-то кидает. Надо просто ренджу держать, ну милики ее не бьют, там ее РДД. Не, пускай бьет. Бабу милики не бьют вообще. Ну да, там РДД ее бьет, а квадрат, там будет он кастить бомбу, которая будет вокруг его биться, там вам отбегать надо будет, короче, от этого чувака, там анонсить эту тему буду. Убиваем этих... Как называется? Бомба. Ну, так, бомба так и называется. То ли живая бомба, то ли просто бомба. Сейчас я книжки почитаю. Да. Потом, короче, они все умирают. Мы становимся все в центр. Сейчас я поставлю центр. Вот здесь вот все становимся. Коват собирает всю эту пиздобрать. ДК на посохе. И около креста, чуть подальше, вот здесь, к центру. Войд танчит там топор. Мы заливаем АУЕ, и каждый выбирает свою пуху. Ты там с чем бегаешь? Сейчас скажу. Короче, спроси у ДК, я в душе не знаю, что ты там подбираешь. Астральный клинок.
Ты, короче, подбираешь, ищешь этот клинок, подбираешь, одеваешь, выносишь его на панель. И когда будет активен босс, его надо будет юзать, чтобы тебя в одну штуку там не кидало. Понял, да? Угу, ну примерно. Все, просто бьем. Будет появляться лужа. Лужа такая, вот как мы сейчас на Фениксе были, вот только чуть меньше. Вот как шар, когда падает черное пятно, вот размер такой же лужи будет, только желтого цвета и такая аура вокруг ее. Из нее надо незамедлительно выбежать. Будут появляться фениксы, их будут танчить в углу. Феникса бьете, увидел 300 хп у феникса, оттекаешь от него, потому что при убийстве феникса он разбрасывает всех, кто рядом стоит, рядом с ним. Появляется после феникса яйцо. Бежишь, бьешь яйцо. Яйцо убил, свечнется в босса. Крайняя стадия, это он будет кидать всех дезориентацию. Ну, это если ты прожмешься, там ничего страшного не будет. Если пушки пропадут, тебе скажут, переоденешься. И будет он еще кидать невесомость. Мы все будем подлетать вверх. Вы, милики, должны дать место РДД, чтобы они дамажили. И чтобы, смотри, сильно близко к земле подлетишь, тебя подкинет опять вверх. Может даже раз побаловаться, ничего от этого не будет. Увидишь расстояние, которое тебе надо выбирать. Выбираешь минимальное расстояние от земли и становишься куда-нибудь в угол, чтобы не мешать хилу и РДД. Потому что тот на невесомости надо держать рейндж. Понял, да? Когда приземлились, влился либо в босса, либо в феникса. Походу будут анонсить, так что там ничего. Там еще снятие будет плохо. Еще один момент вот, правильно вот, говорит. Смотри, получается, как появляется лужа. Да, потом после лужи будет трех человек кидать в МК. То есть, ну, лужа появилась, ухи снял. Ну, майнкомп, ну, контроль будет брать на 30 секунд. То есть, тебе... ну, после лужи нужно снять пухи. Увидел там, ну, тебя контроль не взяли, пухи одел, дальше бьешь. Ну, у тебя аддон на снятие типа, пухи есть? Макрос. Не, нету. Скиньте ему. Напишите ему, и это, ауди скинь ему, получается, с этой, с пухой. Чё? Первая лужа через одну по МК. Макро свой ауди скинь, пожалуйста, вот новому ДК. А как это сделать, блядь? Я уже скинул. Пусть. Ну все, не надо. Удилки посмотри. Лич, копирую, вставляю, выноси на панель. Ага. При контроле снимаешь пуху. Прожимаешь эту херь. Женек, ты куда делся? Ты тут вообще в Дискорде, нет? Посмотри. Да, я тут, я. Пока вы там объясняете, я вышел. Не надо выходить, заходи. Я ставлю рыбу, фул рыба вдаем. Погнали. О, подождите. Коват и Войд, вы знаете, да? Вы же танчили вроде. Угу. Ну все тогда. Вам не буду объяснять. Где рыба? Поставил. Войд, иди рыбку покушай, обнови баф. А как он их одевает? Типа нельзя там нажать и одеть их так же? Это уже... Через сумочку одеваешь и одеваешь пухи. Или управление экипировкой просто. Или управление экипировкой. Есть макрос на смену экипировки? Нету. Смотри, нажимай... Выносишь две пухи на панели и нажимаешь на них. Нажимай на своего персонажа, на информационно о персонаже. В правом верхнем углу управление экипировкой, видишь? Да. Нажимай. Ну, тут у меня есть предмет экипированный, там 19 ну, вот, на проста. Вот, прям вот сейчас, который у тебя есть, на тебе шмот, возьми, еще одну сохрани и рядом с этим макросом. То есть контроль взяли, прожал макрос, пухи снял. С контроля ушел, нажал экипировку, все оделось, понял, да? До контроля надо снимать. Ну, я имею в виду до контроля, там анонсить буду. Контроль по тени прошел, экипировку одел. Понял, да, суть? Заебал ты, блядь, в голду мне пихать. Старик, я на посохе, да? Да. Девка, у меня тут нету этой готовности. Да. Давай там. Команда. В смысле, чек или че? Да, и командуй, че.
Я там по ночи. Давайте, ребят, один пуль. Лена, тут? Да-да-да, я тут пуляйте. Все, пуляйте. Так. Каска 15 минут, нам не хватит. Обновите каску. Он просто рандомно лезет, смотри, выбирает цель, вот это туловище, и от него надо убегать. Ту цель, которую он выбрал. На мне же появится метка, если что. Да. Нет, да. ГВН напишет. Вот ГВН точно напишет. На и тебя это смотреть будет. Проанонсим, Денчик. Никитос. Мозер. Мозер. Лич, Враска. Маскет. Ебаный шаман, то дамажит, а не дамажит. Да не надо его так далеко уводить, если честно. И сучку все, рейндж наберите. Рейнджу возьмите. Тоже далеко не веди. Веди ее за крест туда, к стене. Не леги, не бьют. Нет. А это я говорю, я не спрашиваю. Я понял. Так лучше не надо водить. Не надо, говорю, ее туда отводить. Вы видите? Вот тут держите, вот где она есть, и все. Не надо дальше. Вот чуть-чуть поближе, чтобы вы вот этих два дебилоида поймали, когда будет следующая фаза. Чуть-чуть еще отводи вот к трупу, который он там. Я терялся. Заметил. Будете ловить теперь. Прохилу, старика. Инвест. Да-да-да. Сейчас сразу бомба, Мелики. Мелики, аккуратно, сейчас будет бомба. Скоро бомба пишет. Все отбежали. Все отбежали, бомба сейчас будет. Бежали, бежали. Я бомбу по анонсу, у меня документ показывает. Да у меня тоже. И в чьих рубашке родился. Не успеет кастануть бомбу. Все, в центр все. Квадрат. Доты там снимите с себя. Дайте пухи ему собрать. Всю хуйню эту. Все, бьем. Посох Ардуда. Видишь пухи? Сразу цель свою выбери, лечь пуху. И так астральный тесак называется. Потом ее. Астральный тесак. Да, подберешь и оденешь. Правую руку. РДД в топор свичнитесь. Он уже мертв. А это не топор, это клинки. А их два можно взять или один? Один. Один. Все, встаньте в квадрате. Пойдите.
этого. Блять, ни посоха, ни пухи, ничего не вижу. Посох возле первого моба. Центр, отойдите. Старый, нам лучше дробяшка брать. Я знаю. Отойдите вот от центра, от черепа левок. Вот видите, труп валяется, от него отбегите. Лен, отойди. Лена, уходи от него. Сейчас активация через 2 секунды. Отойдите от центра, от ступенек, отойдите, все. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками. Вот он бегает, погнал. Бомба. Все в череп. Сангвинара заберите. Войд, Войд умер, Войд умер. БР, Войда, быстрей. Мозер, на тебе. Совы, заберите лорда, пожалуйста. Отбегите от этой сучки. Мортир, есть не танка. Ай, просто так, БР. Не подходите к магу, ранжу. Лёха, сейчас напряжу, перевернется. Тихо, не буди фараона. Да тихо, не флудите, череп лейте. Провокатор. Тимбыч. Коват. Добивай, добивай череп, быстрей. Нарцисия. Все, ну, РДД мили... в телочку. Да, РДД в телочку, милики в этого. Бомба мили. Инженера. Только за бомбами смотрите. Инженера, отведи в другую сторону, раз на этой стороне танчит он. Полторы минуты. Ренджу возьмите. Активация босса. А чё, агро держать не будем вообще, что ли? На пульте. Не таунтится. Бомба. Бомба. РДД, быстрее, быстрее в эту сучку. В ромбик. Потом Тимбыч Фрэнсиса бэеришь. Бомба. Нет, Тимбыч бэернишь Ганвесту, Ганвеста бэер... Ну понятно уже. Или Кас не прошел. А вторую пуху одевать можно? Нет. Ну, свою, да. РДД в крест. На максимально раньше. Ганвесте кого поднимать? Ганвесте поднимай Фрэнсиса. Фаза 20. Бомба. Бомба. Инженера забейте, главное. Паф, подгадайте. Господин. Фаза 5. РДД, уйдите, инженера тоже заливайте. Быстрее, быстрее, быстрее. Бля, заактивируйте босса, заебал этот стан, ебан. Все в инженера, быстрее. Может, Юра дашь? Не знаю. Да, да, давай на них. Бомба. Гильдасы снимите, пожалуйста. Лужи. Отбежали лужи, вон. Сейчас Жаль. Сдохнет хан. Никитос, блядь. Контролем Фрэнсиса, Беладоны, умность. Вы бы нет. Фрэнсис пуху не снял. Ну это все, это приплыли. И выйдите, босса, убегайте в конец, давайте бобы. Рисуйте народ потом. Блин, а чё кого танчил, не понял, бабу? Да. Никитос, Адачи и Лич, да? В луже сдохли. Нет, ладно, первого бомбу. Не проанонсили просто. Не, Никитос и Адачи умерли. Два человека.
Если твера ловить, твер не хочешь ловить, на РДЖ там 36 метров или 35 метров. Вот мне интересно, танки долбоебы или нет? Ну реально, блядь, вы долбоебы или нет, танки? Да справа должен быть стоять. Хуя один танчит бабу вместе с этим, с Анвинаром. А ДКшка танчит инженера. Паладин может это, в миле бабу набирать с агро и танчить. Что-то, блядь, не слышал такого. Адмирал, поднимай. Короче, это двум танкам по 250, Никитосу 250 и Фрэнсису 250. Пускай учатся пухи снимать, служи выбегать, блядь. И нормально танчить боссов, кто кого обязан. Еще локу отдачи должен отдать. Тоже можно. А танчить, блядь, бабу и Сангвинара, он, блядь, берет все этого. А паладин, блядь, берет бабу и Сангвинара. Но там ДК умер. Ну, я не знаю, я не видел. Не могу сказать. ДК сдох, блядь. Я не видел, от чего он умер. Я не видел, нет. Он сдох от бомбы, блядь. ДКшка должен танчить вообще бабу, блядь, и Сангвинара, блядь. А не инженера. А паладин должен тащить инженера, потому что у него, сука, щит, блядь, есть, который при прожимке дает ему абсорб. И деф, блядь, от бомбы, блядь. Еще раз, блядь, это учил и повторял. Не, нахуй. Надо, блядь, что-то свое придумать. Всем четверым по 250 начислил, старик. Уже. Потому что, блядь, банально из-за них вайп. А локу что, 250 не дал? Про Лока забыл. Точнее, не услышал. Ты же видел то, что он уже сдох? Он сдох вместе с Никитосом. Можно да. Еще вот немного это внести ясность? И вы когда орете, вот это лужа, вы этот, обозначьте, где мили или РДД? А, сам поиск временный, ну, на поиске лужи, блядь. В смысле поиски? Так, ну, блядь, будет проще немного. В смысле, ты слышишь, слышишь лужи, ебать, под тебя подсмотрел? Я ее так вот сам нет-нет от времени смотрю, но вот если будет, ну, точнее, будет легче просто людям, если будет, где она, мили или РДД. По идее, это ты вообще сам должен смотреть, блядь, каждый я раз. Я смотрю, ребят, но это проще будет для нас, для рейда, быстрее, лучше все пройдем. Мы же тут не хотим каждого дрочить за то, чтобы он смотрел, все втыкал. Мы же друг другу помогаем, подсказываем, правильно? Да тут нет РДД лужи и нету мили лужи. Здесь народ также стоит около РДД и милики тусуются около... Точнее, милики около РДД, а РДД около миликов. Обычно, если в миликах лужи, обычно кричат «лужи, милики». Это значит, она под боссом, грубо говоря. Лужи сказали, посмотрел возле себя и все. Да не, просто порой, вот, знаешь, не видно нихуя, все хуячат, блядь, такой монитор у меня, что ебать, не видно сюда. Рыбу ешьте, фул рыбав, давайте. Фанзера можно запустить на хила, я могу зайти за РДД. Да тут, в принципе, РДД нормальный, я не знаю, сколько их получается, 8. Больше. Почему? Два ханта. 11, 12, 13, 13 человек. В смысле, каких 13? Первая, вторая группа, правильно? Народ, эти миники не танчат. Блять, я правильно. Если что, о, не танчат, не таунтят. Поэтому, сейчас если будет. Вот вы бьете этого Сангвинара, да, танк с вас не заберет. То Войт, же самое с инженером. Войт, вот сейчас справа ты будешь двоих этих дятлов танчить, вот бабу и чувака щитом. Тебя основная задача, чтобы они сдохли рядом. Ага. Народ, не, сразу не вкидывайтесь. Не надо рвать агро. Если сорвали, то старайтесь, чтобы они сдохли там, около креста. Рассказываю почему. После фазы, которая второй, где мы пухи будем собирать, они все появятся, тебе надо будет их таунтить и держать вот именно вот в этом кресте. То есть, если они рядом сдохнут, тебе легче, согласен будет? Угу. Тебе, получается, стоишь под, ну, с щитом, который, да, и там ЛПХ и нателку. По-моему, так ДК делал.
Да, я помню. Я да, вспомнил, что на прошлом году так. Ну все. Чекай. Провокатор, отдачи. Провокатор. Все, блядь. Честно ДК, сказать, смотри, во время боя твоя пухи свои пропадет. Наденьте. У вас, да, пропали. При поле они пропадают. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. 10 секунд до активации. Бля, пухи оденьте, чё, в шуши, блядь. Выступить против Светокрада Таладрада. Мозер. Маск. Женек. Женек. Лич. Лич. Старик. Дайте ему отвезти ее. Не рвите пухи, до сих пор без пух бегаете. Вы что, нахуй, вообще, блядь, отшибленные. Ставьте ее рядышком в крестик, вот сюда сразу. Лут убейте. Вот и эту курицу тоже там же надо, чтобы она была. Ее дальше, соответственно, отводи, раз она... Не бейте. Она... Веди, веди ее. Напуливайте. Вот. Не бейте. Вот вы теряете общее время. Милики, сразу вставайте под инженера. Все, долбите ее. Девку похил. И Мозера тоже похил. Нормально. Все, там от их поднимется они, и там их и танчи. По квадратику просто все встанете и будете у квадратика стоять, чтобы вас не доставал ни дезориентация, ни ферб. Бомба, убежали. С лестницы отойдите. Сейчас пухи появятся. Да все, в квадрат все убежали. Ну, ближе сюда выводите. ДК на посох. РДД вправо там, где на ДК.
РДД. На ДК свичнитесь. Клинки вам какие-то, блядь. Ловы. Сразу от центра готовьтесь отбегать. Все, квадрат отойдите за квадрат. Короче, нахуй пойду посох один. Звездочку за тебя повесил, вот дальше отходите. Только там Денчик прохиливает этого ДК. Дай на него там частицу, прохиливает дух танка. А где топор? Вот возле креста. Все, туда вообще за квадрат никто не бежит. Бегайте оттуда. Вот. Пусть танчит воет их. Не уроните столько танков. Хилы. Хилы вообще в квадрат можете встать и будете доставать. Да, типа, ну, он встанет этот. Все, квадрат подвесит, нормально вам будет. Череп бьем. Гевка. Войд. Эршам. На Х, который. Кават. Аккуратно там с тёлкой. Кават, 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 смотри, на тебя бежит. Бегите обратно, не бегите. Белодон. Этот посох бафните, который стан снимает. Ауди. Больше, больше ДПСа. Отведи печеньку чуть-чуть дальше к выходу. Милики в печеньку. РДД в тёлку. Печеньку еще чуть-чуть туда левее. РДД РНЖу возьмите и в тёлку. К выходу. Кават. Чтобы миликов там не эфиряло. Там бомбу поанонсите, пожалуйста. Девку прохил. Бомба пойти. Бомба. Тимбочник Китоса, подними. Он справа лежит. На миникарту стыкаю. Гевку прохил. Ну, сучку в эту влились больше. После этой сучки. Сколько там до активации? Минута. Минута до активации ровно. Да, успеваю. Сангвинара. Да, РДД тогда влились. 35 метров раньше урон. Все предметы. Бомба 5 секунд. Отведи инженера, оглушение получаем. Чё? Да вообще пиздец, живы еще, ладно. Микрофон выруби, пожалуйста, кто там? Активация 10 секунд. Сколько у инженера дохуя там? Сейчас добьют. Проблем. Все тогда этот. Вот, лови босса. Добиваем этого. Дядя. Все добиваем. Контроль скоро. Скажу когда. Все, контроль 5 секунд. Че, забирай его, пенис. Сова, приготовься, лягухи, вся хуйня мира. Контроль 5 секунд. Все, сейчас контроль раздаст. Гевку контроль Тимбыча, Никитоса. Какой АУЕ офнси, там Никитос под боссом. Без АУЕ. Понятно. Глыба, глыба, босса все бейте. Тима не убейте. Кота не убейте. Нарцея, пустили.
хилить, в принципе, нечего на контроле. Помоги сове. РД зона. Феник, Феникс. Что, вторая кнопка была? Да, Феникса влили. Феникса, танчи, пожалуйста, в сторону стены. Чтобы ты в стену отлетал. Убежали, пошли. Яйцо. Тимыч, подними Никитоса. Или он уже поднимал? Люми его. Или уже. Ганвеста, подними Никитоса. Контроль 32 секунды. Контроль. Раздали контроль. Стопнули АУЕ. Глыба, босса все бьем. Глыбу сбили. Вторая глыба. Лужа, Лужа, Феникс бьем. Милики убежали. Яйцо вылез. Лужа, Лужа РДД. Лена. Контроль. Контроль скоро будет. 3 секунды. АУЕ стопнется. Глыба. Дальше босса бить. Феникс. 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 После следующего контроля дам Геру. Дайте. А, окей. Феникс. Ушли мили. Яйцо влились. Контроль скоро. Лужа. Нарция, Локи, Берни. Контроль раздай. АУЕ под боссом стопните, хил. Вообще, когда контроль АУЕ, никто не бьет. Меня сейчас убьют, походу. Да стопните АУЕ под боссом, блядь. Глыба. Это какая была в очередности? Первый ра. Нет. Вторая глыба. Сбейте. Феникс бьем. Феникс бейте. Сейчас контроля выйдут, Геру. Лужа. Под мили. Мили. Феникса, Феникса долбим. Мили отбежали. Яйцо. Шаманом Эмер. Блядь, чё дохнут нахуй? Огонь, а чё вы не могли косово, блядь, за этим? Яйцо-то добейте, дамага нечего возродиться. Зона. Контроль. По Феникс. После Феникса яйцо. И глыба. Босса сбили. Феникс переродился. Потому что кто сказал второго Феникса бить? Чего чешню не... Так глыбу еще не сбили, уже Феникса пере...
Так там второго надо феникса, надо было бить, чем? Глыбы сбивайте. Лен, тотем спини, пожалуйста. Череп потыкаем пока. Следите за глыбами, давайте фениксов уравняем, бейте фениксов. Мелизон. Сейчас же контроль. Мелизон. Феник. Лицо. Лилис, Лилис, яйцо. Не спальните заморозку. Глыба. Ловите фениксов. Фениксов надо слить. Еще один, вон 900к. Глыба. Сбейте щит босса. Да и давай. Бегите и выйдите. Не вытяните. Ой, вагоны. Тарик, начисли мне соточку. Я просто, конечно, извиняюсь, но вы, блядь, определитесь, кто рулит. 150 голосов, блядь. И когда кто-то левую что-то говорит, хуй поймешь, кто это говорит. Вообще, надо делать это серьезно. Только старика слушайте, он РЛ. По ГПшке. Тимыч от лужи помер, вижу. Ауди по тупости тоже создан. Ауди бомба. Ну и все вроде. Не могут.